Всем привет, меня зовут Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с покемон модом. Да. Так, в прошлой серии мы не сделали нифига, только бродили по целому миру. Ну, в данном эпизоде, я думаю, уже может прокачаю нашего покемона. Наших, если повезет. И может в конце сделаю себе покеболы и словлю еще одного покемона. Может. Потому что черные приконы, которые я нашел в предыдущем эпизоде, еще не дозрели. Кстати, вот. Да, еще нет. И, ну, просто не дозрели, да. Может, до конца эпизода этого уже будут готовы. А может и нет. Посмотрим. Так. Ладно, потом сделаем. Хотя. Картофелька. Да, как раз хватило. Так. Как раз покушать нужно. Упс. Ну что ж, пошли. Я думаю, что я не буду очень далеко отходить от нашего дома, потому что, как всегда, на меня кто-то нападет, какой-то сильный покемон, и потом пол серии просто-напросто возвращаться домой. Да. Это я уже второй раз собираю. Я только зашел в Майнкрафт, пока настроился, чтобы снимать эпизод. Желтые опять выросли. Когда я зашел, собрал, и сейчас уже опять выросли. Уже 38 штук есть. А черные что-то не хотят. Ну ладно. Так, пошли. Упс. Упс. Так, думаю, где-то вот тут возле дома побродим. Где-то в этом... Не. Ну, да, где-то в этом направлении пойдем. Чтобы... Если мои покемоны умрут, долго не возвращаться домой. Белые, да, может еще и априконов найдем. Может еще покемонов найдем. Пока что вообще никаких нету. Может уже сейчас ночь, да. Что-то неудачно я зашел на охоту. Картофелька. Кто это там был? Наверное, тренер покемонов. Не знаю. Так, на это можно качнуться немножко. Давай. Да, немножко. Совсем немножко. Это вот и черные. Так, немножко нам повезло. Еще черные. Уже два покебола можно сделать. Сейчас думаю, вот где-то круг намотаю вот сюда, чтобы по пути вот как раз нам покемоны. Так, если я не ошибаюсь, это покебол, с которого может выпасть разная фигня. Ну, ладно, сейчас пойдем. Главное вот этого убить. Близко к нему не подходить, а то он тпшится в другое место. Убили. И... Фиг его знает, что это, наверное, какая-то лечилка во время боя. Не знаю. Наверное. Так, красный. Ты какой уровень?
Пусть будет. 11. Нифига себе. Коробка злая. Так. А, нет, я уже думал. Рыбу нашу прокачали. Оказывается, не ее. Ну и пофиг. Немножко осталось. Думаю, что уже можно возвращаться домой. По дороге. Какой нафиг дороге? Как раз когда приду домой, сделаю себе покеболы. Так, какой там и прикон валяется? Ну, не валяется. Такой нам не нужен. Тренер, ты какой уровень? 10. Ну, думаю, нету смысла. Никого нету. И думаю, что бежим домой. Да. Желтые, ну, пусть будут. Хотя они нам уже и не нужны. Сколько их? 40 штук. Так, я там вроде черный или какие? Да, черные. Уже 3 покебола, может быть, если крафтить. Ну, так, что это? Делать. Еще черные. Ну, спасибо. Я где-то 5 эпизодов не мог найти даже одного черного прикона, а тут за один... Какие? Даже не за один, а за где-то за 5 минут игры в этом эпизоде я уже сколько нашел? 8. То бишь 4 покебола. Да. Ну да, все, можем возвращаться домой. Возвращаемся. Ну, неужели черный? Нет, белый. Да всегда думаю, что это вот тот покебол, с которого падает. Такие похожие. Так, ты какой уровень, дружок? Ну, если мы его победим, то мы уже прокачаем нашу рыбу. Ну давай, постарайся, наш Шармиллион. Да. И вот наша рыба эволюционировала. И сейчас она вот такой драгоша большой. Кстати, реально большой. На нем вроде еще кататься можно. Да, только что-то не сейчас, хотя... Да. Можно? Так, где твоя башка? Только походу что-то вообще неудобно. Так, я что-то не догоняю, где его голова. Вот тут, спереди. Так, короче. Ты себя издеваешь? И что теперь? Фу, нельзя с него сойти было. Нужно было его отзывать. Ну нет, 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 нет. А, думал Пикачу. А у нас как раз покеболов нету. Уже испугался. Кстати, вот наша рыба теперь вообще такая сильная будет. Нереально сильная. Ну, на 20 уровне нет. Так как у него еще толковых атак даже нету, ну ладно. Зря я это задумал. Думал, убью. Ну ладно, ничего страшного. Хотя... Что-то эта рыба задумала, не знаю чё. А нет, уже вижу, что проиграем.
Вот сейчас удар, бум. Вот сейчас удар. Так как... Да. Ну, хотя даже мы ему неплохо даже сняли жизнь. Да уйди ты. Да, теперь, думаю, можно идти домой. Сделать себе 3 где-то, может, покебола. И можно идти ловить покемонов, да. Это что за покемон-то? А, одинаковый. Да, и забрался я куда-то. Так, бежим, бежим, бежим. Где наш дом? Вот где-то тут. Ну, это понятно. Да. Спасибо, что вы только теперь дозрели, когда у меня уже есть 8 штук, или сколько там. Хотя и так нормально. Лечим покемонов. Я не знаю, есть ли смысл сейчас делать покеболы и показывать все это на съемку, так как это все-таки займет немалое количество времени. Хотя, сколько тут выйдет? Не знаю. Чем 3 штуки есть. А, значит это по быстрячку у нас получится, я так думаю. Вот это сюда. А желтый... Так, у нас там есть вроде пару желтых и пару... Да. Пару. 20 штук. Так, все. И сейчас уже можем делать один покебол. Пока вот эта фигня еще приготовится, мы уже сделаем. Нет, слава богу. Я уже испугался, что у нас кнопок нету. Фу. А. Одна штучка есть, уже думаю, можем даже делать. Так, так. И так. Еще 2 штуки выйдет. Или сколько там? Вот так вот, да. Хотя, думаю, это много времени не займет. Не знаю. Так как уже еще 2 покебола могу сделать, даже... Вот, сразу. Сейчас. Сразу. И где низ? Вот, да, вот тут. 3 есть. Ну, не знаю, сколько там еще. Да вообще нафига мне? Сейчас. Бам-бам-бам, думаю, еще вот так сделаем. Один. Два. Три. Сколько там? 4 вроде. И 5, да. Так, тут у нас ничего, тут вот это. И мы делаем. Да, как раз одного не хватило. Ну, что-то я. Да, вот тут они. И сейчас еще делаем вот эти. Только. У нас одна кнопка. 2 покебола не получится. И булыжника у нас нету, как назло. Когда он нужен, нету. Когда нет, тогда по 30 стопок в сундуке лежит.
Ну, пофиг. Делаем. И вот тут. Четыре покебола. Я думаю, это все-таки нормально. Опять желтые дозрели. Из меня издеваетесь, наверное. Они мне уже не нужны. У меня, наверное, столько желтых, что уже до конца не знаю, чего хватит. Ну что ж, идем еще немножко поохотимся, я так думаю. Отомстим вот этому. Да, что-то я загнул. Хотя... Да, загнул. Ну, хотя я этим убил. И прокачал два уровня. Нифига себе ты громила. Ну реально. Фу, очень большой. Только такой неудобный, что капут. На нем кататься толком и нельзя. Он что-то глючит. Или может я не знаю как, ну. Что-то мы не можем Пикачу найти. Вроде да, он вроде попался нам на самом начале, когда мы только сюда пришли и начали строить вот тут дом. Вот где-то он там был, да, вот точно помню. А сейчас, как я и сказал, когда у нас нету, когда у нас есть, то есть покеболы, он нам не попадается. Тварюга ты такая. Не знаю, ловить его нет. Манки. Тут нету вообще что-то никаких покемонов. Нифига нету. А вообще нифига. Еще один здоровяк. Шар квадратный. И нет вообще. Упс. Что-то я провалился. Нет вообще покемонов. Не попал. Ну, как я и говорил, если близко подойдешь, он телепортируется куда-то в другое место. Неизвестно какое. Еще одни джунгли. Вот тут какие огромные. Вот с той стороны есть. И вот там. Вот тут я показывал. Тут. Нет, вот тут и вот тут, где наш дом. На начале джунглей с притыком с нормальным лесом. Ну, в джунгли я не буду идти, так как тут вообще нереально найти каких-то нормальных покемонов. Тут их вообще очень мало. Так что лучше вот бродить по таким обычным лесам. Насколько вас тут развелось желтых? Вообще нету ни редких покемонов, ни полуредких хотя бы каких-то. Одни вот такие.
Никакие. Если точнее сказать. Да, дождь начался. Этих тут куча. Еще черные, нормально. Ну. Да, нифига уже тут нету, как я понял. И не будет даже. И мы уже как бы немножко далеко отошли от нашего дома. А я сразу сказал, что не буду ходить далеко. Ну, так уж получилось. Так как вблизи с домом вообще ничего нету. Нормальных покемонов. Тут я уже был вроде когда-то. В прошлом эпизоде или нет. Или я ошибаюсь. Так. Покушать бы немножко. И можно еще пробежаться куда-то туда. Вперед или вверх или еще куда-нибудь. Тут вообще никого нету. Кстати, вот в воде можно найти одного редкого покемона. Называется Дратини. Как-то так. И мне повезло, я его нашел вроде один раз только. Больше не находил. Может и сейчас найду, потом, если повезет. Не знаю. Ну, думаю, мы уже нифига не найдем. Так что, думаю, можно потихоньку заканчивать. Этот эпизод тоже такой спокойный, как-то оказался. Ну, спасибо. Еще уровень заработаю. Ну, хотя бы прокачали нашу рыбу уже наконец-то. И прокачали достаточно-таки много уровней нашему Шармелиону. На 36 уровне он уже будет Шаризардом. Кстати, будет очень сильным, и на нем уже можно будет кататься. Ну, летать, в смысле, не кататься. Ну, кататься. Тут тоже нифига нету нормальных покемонов. Ладно, думаю, друзья мои, на этом можно все-таки уже заканчивать. Так как я думаю, уже в этом эпизоде мы уже ничего не найдем. А только вот так еще будем бегать, может, пару минут. И тоже ничего не найдем, а просто будем бегать, да. Ну, хотя... Я не знаю... Да ты заколебал уже. Я не знаю, сколько там уже минут идет эта серия. Опачки! Опачки, под конец я нашел моего, можно сказать, любимого покемона. Ну я просто боюсь, что я сейчас его один раз ударю, и он умрет. Это меня очень сильно напрягает. Все-таки, да. Я не знаю, что мне делать. Этот удар не атакует. Твою ж... Ладно, я уже хотел радоваться, что вот, друзья, хорошо, что я не выключил наш эпизод, вот этот. И как раз в последние секунды, когда я хотел уже прощаться с вами, нашел Бульбазавра. Ну, как вы увидели, что-то вообще не получилось нифига, только еще испортили один покебол, так как он не словился. И наша рыба, которая превратилась уже
какого-то мутанта. Испортила нам весь наш праздник. Спасибо тебе за это. Я тебе, наверное, в компьютер положу, там будешь сидеть за такое. Да, этот покемон был очень редкий. Можно и так сказать. Вот тот Бульбасавр. И он достаточно-таки красивый, такой миниатюрный какой-то. Ну, Так, я уже тут... Это я вроде такой круг намотал, что я вперед пошел и вернулся там, где я был. Это что тут валяется? Да, я уже думаю, я тут был. Да, немножко я все-таки расстроился из-за того, что мой покемон немножко переборщил с ударом и убил того покемона, который мне очень нравится. Ну, не будем огорчаться. Может, еще в будущем повезет, может быть, хотя я не думаю, что тот покемон нам опять попадется, так как, еще раз скажу, он был очень редкий, ну, ладно, все, забудем. Ну что ж, думаю, друзья мои, на этом можно заканчивать. Этот эпизод был как-то, с одной стороны, и хороший, так как мы прокачали нашу рыбу, которая нас огорчила. И с другой стороны, вот, что она нас огорчила и убила нашего покемона, который мне очень нравится. Не знаю, как вам, но... Ну ладно, если вам понравилось, можете ставить пальцы вверх. Это моя уже 10-я серия, если считать, 10-я серия с этого сезона Майнкрафта, Let's Play, с этим модом. Я всем благодарен, кто меня смотрит, кто ставит лайки, кто смотрит, я вам очень благодарен. Думаю, что вы будете продолжать, хотя бы надеюсь. Думаю, что я потихоньку, может, буду продвигаться вперед, если мне повезет, и вы мне в этом поможете. Ну, не буду каркать, ну, в смысле, не каркать, ну, просто буду надеяться, что все будет хорошо. Еще раз повторюсь, можете задавать мне вопросы сразу под комментариями или писать мне в скайп, я буду рад общению. И что еще я могу сказать? Да, я уже не знаю, что я могу уже сказать. Кстати, да, можете еще писать мне ачив. Да, твою же, иди сюда. Сюда, не убегай. Да, я знаю, как тебя зовут. Не повторяй. Иди сюда. Да, он просто играет, наверное, со мной. Иди сюда. Молимся, чтобы наконец-то словили хоть Пикачу. Давай, ловись. Нет. Ну, словись. Хотя бы ты. Ну, это уже очень эпическая серия будет, если мне вообще не повезет. И все мои покемоны сфейлятся, которых я... ну, слава Господи, спасибо тебе хотя бы, что мы нашли Пикачу, которого мы так хотели. Хотя бы за это спасибо. Ну, конечно, вот того покемона, которого мы нашли, который назывался Бульбасавр, намного был лучше, так как он мне, можно сказать, и больше нравится, чем Пикачу, но... Хотя бы из-за этого спасибо, что я уже огорчился, и уже не знаю, какой раз с вами прощаюсь. Где-то третий. И каждый раз, когда я уже хочу выключать съемку, появляется покемон. Ну ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх еще раз. Еще раз всем спасибо, всем удачи, всем пока.